Bosch MFW2517W. Многофункциональное устройство с продуманным дизайном. Множество насадок заменит несколько устройств, а компактный и стильный корпус понравится хозяйкам с небольшими кухнями. Для начала посмотрим на комплектацию. В коробке само устройство, мясорубка с двумя дисками, насадка для колбас, шинковка с тремя барабанами, соковыжималка для ягод, толкатель и инструкция. Перейдем к корпусу. Компактный, сделан из качественного пластика. Снизу 4 прорезиненные ножки, чтобы мясорубка не скользила по столу. Сзади метровый шнур с отсеком для хранения. Слева две кнопки управления, большие и заметные. Сам корпус не занимает много места в шкафу или на полке. Все насадки снимаются, их удобно хранить в ящике. Рассмотрим их подробнее. Мясорубка с двумя дисками быстро перемалывает и твердое, и нежное мясо. Насадка для колбас помогает быстро готовить сочные домашние колбаски из курицы или свинины. Шинковка избавит от необходимости долго натирать овощи для салата или гарнира, а также порежет мягкий сыр и орехи. А соковыжималка приготовит сок из сочных ягод и фруктов на утро. Мотор мощностью 350 Вт перерабатывает 1,7 кг мяса в минуту. Металлический нож с двухсторонней заточкой долго не затупится и позволит мясорубке служить долго. Прибор легко чистить. Корпус достаточно протирать влажной тряпкой, а насадки мыть теплой водой. Класть в посудомойку их не рекомендуется. Мясорубка Bosch – компактное и продуманное устройство. Минималистичный дизайн подойдет для небольших кухонь, а множество насадок заменит несколько устройств и сделают Bosch незаменимым помощником на кухне.